Друзья мои, всем привет, с вами сюда Никита, и в этой серии, подождите, друзья, я перед тем, как смотреть мой ролик, пожалуйста, я вам скажу, вот, и после этого, вот, это мои прошлые видео, если хотите, можете посмотреть, друзья, там один просмотр появился, если вы хотите, можете посмотреть. Мои два прошлых видео, которые вышли 2 дня назад. Ну и, конечно же, я вообще-то, помните, в предыдущем видео я звонил по номеру 800-825-555. Вы выяснили, что это робот, который нам отвечает. Ну и, конечно же, мы играем в игру. Вам вообще-то не удивляйтесь, но мы начнем с 4-й ночи. Почему? Потому что я поиграл в серии, я дошел и... Друзья, не удивляйтесь, что сегодня будет 4-5, мы пройдем. Мы сегодня пройдем полностью игру, если времени у меня будет много. На прохождение. И что я сделал уроки? Я уже слушал, друзья, я уже пытался ее пройти, и я узнал, что этот чувак. Ой, Сарядыч. Этот чувак появляется передо мной, я должен нажать на фотоаппарат, чтобы кто-то исчез, друзья. Еще этот чувырла появляется на этой камере. Ну, на этой камере. Ну, на камере стага коридор. Он появляется, мы должны нажать на эту кнопочку. Первую эту, чтобы взять звук. Потому что если он приходит, ему по барабану. Единственный хитрец, который можно прогнать на одном месте, друзья. Я решил вам показать. Вот вы уже видите, как он идет. Ссылку я вообще-то я вам не оставляю. Вообще-то я покажу ее в конце, как скачать. Как скачать? Вам вопрос? Это вопрос. Я вам покажу, как скачать после. Блин, какое же дешевое качество. Камера. Куча помехи. Минус аниматроник. Минус. Он уходит из женского туалета. Выйди, открывает. И мы должны вовремя его прогнать. С одной камеры. Как вообще-то, если... Друзья, вообще-то, я вообще-то собирался сделать топ 7 лучших на пародии на Android. Но потом я решил передумал это делать. Друзья, я вообще-то стал замечать о том, что вы вообще не стали проявлять активность, только смотрите, вы проявляете активность. Ну, вы перестали подписываться, у меня 2 подписчика. Пожалуйста, подпишитесь. Я хочу, чтобы набралось хотя бы 10 подписчиков. Наберем, пожалуйста, эту цифру, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Нажмите на красную кнопку подписаться. Если ты на компьютере, нажми мышку и нажми. Если на планшете или телефоне, просто нажми пальцем. Не поленись. Тебе легко? Тебе только одну кнопку нажать, а мне, ты знаешь, как будет приятно? Ты меня будешь мотивировать. Кнопить. Блин, мы не сможем его прогнать, друзья. Тут кнопка не дот... Типа та... А, наконец-то я его прогнал. Все, я просто от радости сорен, что я сам... Немного... Не так сказала, неважно. Друзья, я немного сам непонятно говорить. Но я его прогнал, друзья. Он перешел на другую камеру. А, я понял, друзья. Да тут че, вот... У нас 2 часа ночи, друзья. Если я за сильно немножко поиграл, если я обращался, ну, вы спросите, почему? В комментариях, почему я начал смотреть эту игру с 4-й ночи? Да потому что первые 4 ночи скучные. И вам они просто будут неинтересны. Вот. Друзья, они просто неинтересны будут. Активность на 0%. И вам только маг. И точка вообще так. О, друзья!
Так, ты мой дорогой друг. Знаешь, почему это произошло? Ты знаешь, почему это не произошло? Да потому что ты лайк не поставил. Это не простая кнопка, как ты думаешь. Если чем больше лайков наберется под этим роликом, то появятся шансы, что мы пройдем наконец-то эту ночь. Вот ты, если смотришь это видео за экраном, либо ленись, опустись вниз и нажми на красную кнопку подписаться. И на лайк, конечно же, нажми на лайк. Потому что это меня... Если ты не нажмешь лайк, то все, ничего такого уж прохождения не будет. Мы застряли тут на половину ролика. Это все твоя вина. Если ты хочешь, чтобы мы реально затащили, реально, я заметил, друзья, что бесполезно палить камеры. Полезно кормить только эту, которая звук издает. Друзья, мы просто... Я просто была очень неприятна, друзья. Я просто не успел на фонтанчик нажать. Это мне очень неприятно. Голова Макта Найт. Это голова, которая была во второй части, но я ее записал, но... Потому что это игра, конечно же... Это, конечно же, говорят о том, что здесь есть определенная последовательность Макта Найта. Вот и есть Хэллоуин Макта Найт. Ну вот, есть несколько игр Макта Найт, их всего лишь 7, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, их 7. Вообще-то я помню, что... Лучше аккуратно тут быть. В том, что... Первым делом, я уже разобрался, друзья, как проходить игру. Просто... Если слышим стук, то нужно уже... Сорян, что ты записал 5 ночей с плюшами. Тем, что, друзья, мне просто... Уже видели, уже по сложности четвертую, ну, друзья. А что будет в пятой? Уже вы уже знаете, мы будем потеть. Ох, как будет пятая точка гореть пятой ночи. Там даже вы помните, там нумерация была один, но было белым, но пятая ночь вообще красным. Это значит, она хардховая, друзья. Я что я такое сказал, друзья? Это что это Android версия? Это новая FNAF игра. Она только что сейчас же вышла. Несколько дней назад. Вот видите, какой красивый. Если что, это повар Спиди. Его так зовут. Спиди, чего смотришь? Ты чего не можешь? Я не пойму, почему же Спиди не может взять, подбежать к окну, разбить кулачком своим и ворваться ко мне в офис и убить? Такого слабо сделать? Слабо, он этого не делает, видимо. Да слабо, Спиди, слабо. Значит, будем всего лишь повнимательней. И все-таки не будем пользоваться планшетом. Сейчас Спиди на подходе, друзья. Одна фаза, и он уже заглядывает в дверь, друзья. Что на подходе, друзья? Сейчас это волнительный момент. И это уже до 10-й минуты ролика, ваши друзья. Пожалуйста, друзья мои, досмотрите это видео на конце, несмотря на мои косяки. Я реально стараюсь, прохожу. Вы уже видите это, Сорян, что я такое сказал, друзья. И, пожалуйста, не пишите негатив. Пожалуйста. Друзья, если кто-то из вас напишет негативный комментарий, то я поставлю дизлайк. Кто напишет очень пожелательный и хороший комментарий, то нет. Да ты задолбал! Тут у меня уже задолбал уже убивать. Ё-моё, уже половина ролика прошло.
Ё-моё! Да мне это уже задолбало! Друзья, просто это не... Да как это? Я это нереально пройти! Этот чувак толпа объявляется! Спит! Да-да-да! Всё, видно, что ты ленишься, лайк не ставишь. Видимо, ты не поставил. Даю шанс. Поставь лайк за 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Отлично, ты поставил лайк, это хорошо. Главное, чтобы, если ты поставил лайк, подписался на канал. Если ты этого всего лишь не сделал, то у тебя будет 10 лет неудач, и ты не будешь знать, когда мои видео будут выходить. Это уже у вас наступили эти 10 лет неудач. Я вас предупреждал. Вы уже знаете, выходы норы. Это вы виноваты. Это вы всего лишь замедляете. Если вы проявляете хотя бы чуть-чуть активности, то я хорошую активность, то я сразу, если замечу, что вот если ты не подписан, ты замечаешь, что не вышло нет новое видео, нажми, пожалуйста, на кнопку подписаться. А то, и сразу, если я замечу, что, пожалуй, поставили лайк, много просмотров, и я сразу побегу снимать новое видео. Все. Среду тут будет только... Ну, я занимаюсь 20 минут, он... Я буду много фоткать. Вот вам лайфхак, друзья. Придется чуть-чуть. Я сейчас буду молчать. Я буду дико сосредоточен, друзья. Окей. Тихо-тихо. Мы должны быть повнимательнее. Так, прогоним этого чувака. Так, тихо. Будем повнимательны, друзья. Смотрите, когда вы с меня быстро... Вот видите, как он выглядывал даже. Не появился еще. Уже 2 часа ночи, друзья. Друзья, если что, друзья, последнее видео, я собираюсь, не знаю, в этой игре, в всяких пожарах, изменится спид, то нужно нажать на кнопку фото. Если что, на 5-й ночь появится бургер, если я узнал из ютуба. Не удивляйтесь, что я пошутил, я просто узнал, подсмотрел тихонько, и это узнал. Спиди! Привет, Спиди! Ну и как там стоится? Спиди! Йоди, как там стоится? Так, Спиди, стоит там и смотри своим пустым взглядом на меня. Я не против. Ты смотрел, я не стесняюсь. Блин, я бы его... Знаешь, вы знаете, что я сделала бы? Бы пакость по одну. Если бы очень сильно хотелось бы в туалет, я бы не побежал бы в толчок, который там есть. А сделал бы в офисе все свои дела. Шутка номер один. В России на моем канале. Друзья, это было очень громко, друзья. Что? Да ты... Да, блин, чуть не умер, друзья. Друзья, я чуть не сдумер. Появится Спиди, просто ты что? Мне страшно, друзья? Да. Так, давай. Мне уже страшно. Начинается напряжение нервов. Так, друзья. Помните, как я смотрел Мактонайт? У меня не получилось. Давай, заглядывай, Спиди. Спиди, свою попу и двинь к двери. Ленивая. Ах, и не
Пирик, двери! Вы заметили, друзья, когда я сказал попу свою передвинь к двери, то тот сразу передвинул. Какие послушные аниматроники, друзья. Какие послушные, блин, в кавычках. Они просто, ё-моё, они... А эту игру даже можно играть даже слепому, тем, что если знаешь, где кнопки. Но это шутка, друзья. Это шутка номер один, друзья. Не пишите. Не пишите комментарии, к примеру, ты что, дурак? Как слепой может в это играть? Не пишите это. Вот, к примеру, любой из этого, к примеру, здравствуйте, до свидания, мистер Мактана, здравствуйте, до свидания, блин, я друзья, чувствую себя как будто вообще с чужим человеком, друзья. Друзья, я просто общался с чужим человеком, друзья. В кавычках. Мне страшно, друзья. Мне просто страшно. Вообще-то, если что, вы хотите, если перемотайте на момент, когда Мактанет заглядывает в дверь, я ему сказал, здравствуйте, Мактанет. А я переключусь, скажу, до свидания, Мактанет. Друзья, мы сейчас пройдем только четвертую ночь, друзья. Если вы хотите продолжение, то можете поставить лайк. Поставьте лайк, проявите чуть-чуть активности, и я продолжу. Хотя бы напишите, положите комментарий, к примеру. Никита, сделай, пожалуйста, продолжение этой игры. Или хэштег продолжение Мактанайт. Если вы это напишете, то вы просто будете умнички. Просто умнички будете. Так, Спиди, и двинь свою попу к двери. О нет, давай 5 утра. Давай 5 утра. Ура! Я даже постучал по груди от радости, друзья. А что-то, что выкидывает меню, когда... После прохождения... Ну и, конечно же, на этом, конечно же, я заканчиваю свое продолжение этой игры. Если вы хотите продолжение, и чтобы я прошел четвертую, но пятую ночь, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите положительный комментарий, чтобы я продолжил. Напишите хэштег продолжение Мактанайт, если вы это пишите, то я продолжу эту игру снимать на своем канале. И, конечно же, я хочу, чтобы вы все, мы все набрали 10 подписчиков. Мы должны дотянуть. Друзья, я вас прошу полным сердцем, пожалуйста, да, подпишитесь на канал. И, конечно же, я хочу, чтобы мы все набрали 10 подписчиков. Ну и, конечно же, мы заканчиваем эту серию. И всем удачи, и всем пока-пока, и ждите новых видео.